на пуш. Ну, то, что там, иллюзия, Элдер, Титан. Сейчас будет идеальный фраг, если кентавра заберут. Да, потому что ему немножко остается до как раз-таки блинкдаггера. Прячет здесь, тут два СФТП аж делают, но Чилису очень больно. Он просто не добегает до этого шату шамана. Он, конечно, станом напоследок попал. В это время Пупей кастует ультимейт. Нужно помочь Пупею. Пупею снова забрать, их снова погибает. Отлично, это минус два. Драка продолжается, прилетает. Зачем ты сюда прилетел? Боже мой, на лоу ХП Морфлинга забирают. Еще трипл килл для Ниджи. Какое фиаско сейчас будет. Еще и Фая могут забрать. Давай, ультракилл, да, есть, ультракилл для Ниши, вот это поворот. И еще плюс тавер сверху для секретов. Кастует Ахастом, пошло ЕМП, есть ультимейт от Пупея, сбить нечем, Чилис, проблемки, сплиттер идет, урона хватает, Чилис погибает. Сплиттер неплохой по четверым, но не было никакого продолжения, есть Хекс, в итоге проблемы у Морфлинга могут быть теперь. Мэби проживает ультимейт, его сразу же слипают, сейвит в итоге у нас с Морфлинга, Морфлинг пока что живет, расстреливает Мэби, Мэби, как же ему больно, Мэби, стан попадает, Мэби отправляется в таверну, и Фай тоже в таверну, трипл килл от Ниши, погоня продолжается за Иксновой, Иксновой здесь один, и его тоже заберут, еще один ультракилл! Отлично! 7000 за секретами! Ох ты мой! И сейчас момент истины. Если драка будет, она будет 3 в 4, потому что Сларк в это время на топе. И идет вперед Мэри, спадает с маки, покатился Пупей, очень далеко, БКБшку Мэби прожал. Есть Ворлд Спанч, хорошо, Зай забегает, промазал стана просто, Чилисы, какой ультимейт от Мидвона, как же больно, и GG! Минус 2, моментально, отлично! Киллинг спри уже для антимага. Вот это ошибки. Из-за леса, из-за гор. Их снова должны убивать сейчас. Ну да, хватает урона ОД. Его очень много, подтягивает сюда М. Но впрыгивать не хочется, а вот забрать чу можно. Сеточка будет какая-то? Нет, зершок. Пока М запрыгнул, сноубол закатился. Будет листанчик, пошел панч. Очень много контроля, а М. Надо уходить отсюда. А его отрезали шардами, приходится тратить. Блин, сифон пошел, мэджик, он на развороте. Отлично, ультимейт, минус антимаг. Дабл килл от Мэджикала. Это очень неплохо для Нави. Можно продолжать погоню на развороте. Работает экзорцизм, поднимается в юл. Чу пока живой, подкопали. Можно зафоксить под формой ТБ. Так и есть. Челеса тоже можно зацепить Санейка. Да, есть, да, контроль. Да, цепляют, цепляют. Подкрался Близи. Начинают расстреливать. Хороший бодиблок. Это трипл килл от Кристаллайза. Минус 5 суммарно, по-моему, от Нави. Мидван пробежался по нему, стан получает, на Мидвана врывается, Мидван может погибнуть прямо сейчас, Мидвана засейвить, его сейвит, хорошо. Ниша врывается, прожимает БКБ, начинает расстреливать Чилиса, его засейвил и Фай. В это время их снова раскастовывает Ахастом, проблему Виспа, Виспа нужно засейвить, Ниша, бежать, Ниша! Отправляйте его на базу, срочно хилится, Ниша, нет! Он погибнет прямо сейчас, живет до последнего! Висп вернется обратно, пошел раскаст от Мидвана, в итоге там БКБ спасает жизни, залетает катаклизм, этого недостаточно, даблкил уже оформляет Ама. Стоит это отметить. Уже половина Рошана пала. Готов ворваться сюда Чалис. Но у него даггера нету. Может зайти только пешком. У него ставится ракетка. Он не попадает станом. Он получает лазер. Он далеко отсюда не уйдет. Он получает колдаун. Его спрятали в астрал. Но вопрос, надолго ли этого хватит. Потяги сюда Виверна. Ее можно зафоксить. Их снова просто рассыпается в секунду. Не уходит отсюда кентавр. Флэг долетает до него. Чу получает крит, но выживает. Есть Роар. Через астрал. Появится сейчас Кристаллайз. Баррейджа погибает. ОД трипл килл уже переключается на Фай. Неужто его замучает ультракилл от Кристаллайза? Они просто фидят Гирокоптера. Безбожно фидят этого Кирыча. Четыре фрага. Рошан сейчас еще упадет. Это довольно-таки неплохо. Так, еще один стан. Начинает продолжать фоксить. Ой-ой-ой, вакуум по троим. Как хавый врыв сюда и подкоп от Эвая. Как же больно. Секретом Зая забирают. У него есть реинкарнация. В это время Ама врывается на Нишу. Нишу нужно спасать. Но его нечем спасти. Он погибает. Он делает байбек также. Два байбека потратили секреты прямо сейчас. Продолжается драка. Падают бараки. Нечем их засейвить. Бараки падают. В это время криты полетели. Еще фокусит опять. Гримстрок отправляется в таверну. У него байбека нет. Ниша в это время начинает шинковать Драгунайта. Врывается Мидван. Очень много урона. Ама. Ама все еще живет. На него дизарм накинули. В это время Ниша попытался забрать Вая. Есть стан от Зая. Здесь уже и Ама. Есть еще один вакуум. Как же они фокусят? Как же они контролят? Башек прокает по Мидвану. Мидвана надо спасать. Мидван после байбека обисал на голову Мидван. В таверну. Зая тоже в таверну. Нет, Зая еще вернется. У него есть реинкарнация. Драка продолжается. Ниша на развороте забирает Вая. За ним погоня. Критули прокают Ниша. Тоже в таверну. Минус 2 Кора без байбеков. Это, возможно, good game. Остается один Зай. Его фокусят по Т4. Если Хастомп, Зая тоже заберут ГГ.
и его могут забрать. Да, есть релокейт, у Мэйби проблемы. Там Эфай готов сейвить, если что. Есть релокейт, врывается в спину, как-то разделились немножко, расстреливают Мэйби. Мэйби очень больно по колдснэпам, он пытается жить. Бодиблок от Пупея, Мэйби. Нужно бы добрать, Мэйби живет, есть тычка, еще одна залетает. Слэкэнный погибает, Мэйби в итоге морф на развороте врывается, убивает Пупея. Ниша раскастовывает ультимейт. Есть бласт, отличная Ниша под БКБшкой расстреливает. Экснову не хватает одной тычки, буквально Экснову выживает. В это время Челис врывается в драку, забирает виспа. Ниша остается без поддержки, нужно бежать отсюда. Ни в коем случае Нишу нельзя отдавать, потому что это будет минус стрик нереальнейший. И Нишу забирают. И вот он, камбэк подъехал от LGD. Смотрите, как он шинкует быстро Т3, да. Заставили сделать байбек, есть хекс, пока что только по одному Нише. Окей, его сейвят, Ниша живет. Стан залетает неплохой, Челиса, чайник туда же. Есть подсейв, в итоге забирает Пупея. Но Ниша выживает, самое главное, Нише нужно уходить в это время. Нет, он на развороте, он бликуется, он дерется до последнего, он на мужчину! И Зларк после байбека отправляется в таверну, Мидван здесь. Челис, очень больно ему, Челиса тоже нужно забрать, он тоже погибает в таверну, делает байбек. Зай здесь бегает, Мидван все еще живет, только сейчас погибает. Но в это время антибаг просто вырезает всю команду LGD. Тут один остается. Мэйби с Аегисом дерется до последнего, Ниша уходит, он живой, отлично, выбили Аегис. Три байбека потратили у нас сейчас LGD, заберут, конечно же, здесь Зая, но это не страшно, очень много сейчас сделали секреты, просто невероятная драка. Не знаю, спорный момент. Будет ли врываться, прожимать Кримсон Гвард. Буквально пару ударов, Рошан упал, все, есть Аегис, врывается Челис, но уже поздно. Но пошел сплиттер, туда же контролит пока что Нишу. Ниша прожимает БКБ в это время, вглубь, в строй врывается Амэ. Моментально минусует Пупея. В это время из Ниши высасывается урон просто от Мэйби. Мэйби убегает, там дабл дэмэдж, урона не хватает. А в это время орудует в спине просто Амэ, оформляет дабл килл. В итоге забирает саппортов, Пупея делает байбек, вернется сейчас обратно. В это время контролирует нас Морфинга. Морфинга расстреливает. Как же ему больно, он погибает! Ой-ой-ой-ой-ой, как же здесь все печально может быть для LGD. Колдснэп очередной по Челису. Челиса начинает контролить. Сбить нечему. Ультимейт Пупею. Челис тоже отправляется в таверну. Это минус 2 от Team Secret. Отлично. И еще не конец. Поймали Эфая. Эфая ни в коем случае нельзя сейчас отпускать. Сюда уже бежит мой Мидван. И забирает еще Эфая. Вау. Минус 3.